Русские новости. Состоялось заседание Оргкомитета Русского марша и съезда национально-патриотических сил, который будет утверждать список выдвинутых народных лидеров. Что касается Русского марша, должен он пройти при любой погоде 4 ноября, по крайней мере в Москве. В других регионах мы не можем это обеспечить. Упадок русского движения продолжается уже несколько лет. Благодаря вот тем людям, которые называли себя националистами, а по сути являются сепаратистами, внезапно у них какая-то украинофилия возникла, в результате русское движение было опозорено и пришло в глубокий упадок. Упадок по большей части все-таки коснулся тех, кто имитировал свой национализм, свою русскость. В общем, и их не жалко. Но отдача, конечно, пошла по всему русскому движению, и теперь, когда мы ставим на голосование в сети вопрос о том, идти ли на русский марш, примерно пополам разбивается аудитория, для которой доступно участие, скажем, в русском марше в Москве. Одна половина говорит: непременно приду, а другая половина говорит: русский марш себя изжил. Конечно, русский марш себя не изжил, потому что не изжил себя русский народ, не изжило себя русское движение, и не могут они себя изжить, потому что в таком случае можно похоронить русский народ и больше действительно не утруждать себя ни митингами, ни шествиями, ни выработкой какой-то здравой политической позиции, ни изучением русской литературы, ни формированием русского мировоззрения. Все это становится ненужным, если русский марш себя изжил. Вот для тех, для кого русский марш себя не изжил, и кто продолжает оставаться с русским народом и своими, пусть даже небольшими усилиями, приближает русскую победу, вот для этих людей русский марш. Он должен пройти в Москве, хотя его могут чинуши запретить. Вообще тотальные запреты у нас касаются именно русского движения уже в течение длительного времени. Московским властям дано распоряжение под любыми поводами запрещать все то, что противоречит генеральной линии вот этой новой КПСС «Единой России» во главе с генеральным секретарем Владимиром Владимировичем Путиным. Дорогим, любезным и любезным прежде всего, я думаю, и только, либо людям, совершенно уже лишившимся совести, либо людям, которые совершенно лишились ума. Поддерживать сегодня Путина – это, ну, все равно, что быть самым гнусным врагом России. Вот я с такими людьми предпочитаю не общаться, но тут вот довелось в эфире радио «Говорит Москва» повстречаться с таким махровым единороссом. И я хотел бы обратиться к севастопольцам. Вы с ума сошли таких людей направлять в Российскую Государственную Думу? Ну, это же чистый имитатор и тунеядец. Я посмотрел там его биографию, ну, вроде там за ним что-то числится позитивное. Памятник Екатерине II, вроде он там инициатор. И где-то там все время в городском совете Севастополя был. Ну, братцы мои, ну, нельзя же такого патологического лжеца направлять в Государственную Думу. Он, ну, выступает, ну, просто как типичный номенклатурщик КПСС. Вот ничего другого в нем абсолютно нет. Уж я и так подходил. Ну, надеялся, что он хоть какое-то слово правды скажет о том, что происходит в стране. Ну, он же в течение года просидел в Государственной Думе. Да нет, ему самое главное – это прославлять свое начальство, его прозорливость и его верный курс. Но ни слова правды о состоянии страны и ни слова правды о том, что он увидел в Государственной Думе. Ну, я, когда в Государственную Думу попал, сразу увидел, что здесь происходит. Это через год уж все было понятно и ясно. И, конечно, ко мне враждебность этого режима, ну, была настолько интенсивной, насколько и моя враждебность к нему. И до сих пор я ее расхлебываю. Ну, они для меня враги, и я для них тоже враг, все понятно. А этот вот господин Белик, ну, как севастопольцы вы могли допустить такое, вот чтобы такой человек оказался в Государственной Думе? Ну, я понимаю, там «Единая Россия», фальсификация выборов. Ну вы же, кто-то из вас участвовал в его выдвижении, вы его несколько раз выбирали в горсовет. Он даже соучастник вот того момента, который связан с присоединением Крыма к Российской Федерации. Я подчеркиваю, не к России, а к Российской Федерации. Из-за России-то он никогда и не выходил. И там какое-то время даже был главой администрации Севастополя, правда, никем не избранным, не утвержденным. Но тем не менее... Я не знаю, как можно за такого человека вообще подать хоть какой-то голос. Ну, действительно, тогда надо лишиться совести или лишиться мозгов.
Ну, как-то надо, помните, Жванецкий говорил, ну, для тех, кто еще помнит его 80-х годов, тщательнее, надо тщательнее подходить к этому вопросу, кого вы направляете в представительные органы власти. Это просто пособник самых отчаянных врагов России. Вот, и то, что он пытается доказать, что все действия Государственной Думы – это абсолютный позитив, так и нет, абсолютный негатив. Вот нет ни одного, я утверждаю, нет ни одного позитивного для страны закона, который принимался бы Государственной Думой не то, что в течение последнего года, а вообще за все время ее существования. Вся стратегия Государственной Думы подчинена олигархической верхушке и направлена на разрушение. Конечно, против этого мы должны выступить на русском марше. Это проявление нашего национального духа, и это своего рода испытание. Если ты не можешь даже на русский марш или там, на русский митинг выйти, флаг подержать, то на что ты вообще способен? Тогда вообще не о чем говорить. Не надо тогда никому предъявлять претензии. Не надо говорить ничего так, злых слов про ту власть, против которой ты не можешь произвести даже такое элементарное действие. Просто выйти. Тебе не надо ничего говорить. Тебе не надо даже заниматься никакой организационной деятельностью. Просто выйти. Ну, есть, слава богу, люди, которые занимаются организационной деятельностью. Ну, мы и заинтересованы в том, чтобы были активные люди. Мы размещаем какие-то баннеры, объявления, воззвания и так далее. Мы заинтересованы в том, чтобы это волнами расходилось по сети. И только когда есть критическая масса, мы можем достучаться до людей. Ну, представьте себе, в Москве надо оповестить там, 20 миллионов людей. Как мы их оповестим, если нам везде заблокированы выходы средств массовой информации? Только массовая заинтересованность в том, чтобы это событие произошло, сможет донести до людей, где, когда. Обычно Октябрьское поле, обычно это где-то 12 часов дня 4 ноября, русский марш проходит. Если чиновники снова не переступят закон, то он пройдет, нет сомнений. Может быть, какие-то другие формы придется предпринять, может быть, кто-то организует митинг, кто-то будет организовать одиночные пикеты. Но вы-то в этом будете участвовать или нет? Если нет, то вы просто с этим режимом, вы не противленцы. Пусть все идет, как идет. Ну, в какой-то момент, может быть, так и надо решить, пусть они друг друга сожрут, а мы потом придем. Но кто придет-то? Вот для того, чтобы было кому прийти взамен вот этой шайки путинской, ельцинской, надо, чтобы было русское движение, надо, чтобы были русские лидеры. Вот поэтому мы сейчас собрали эту команду, национальные, ну, хотелось бы, чтобы были национальные, но пока только народные лидеры. Очень хотелось бы, чтобы там были сплошные русские националисты, такие несгибаемые борцы. Ну где эти борцы? У вас есть какой-нибудь замысел? Где эта команда борцов за русское счастье? Давайте мы из них составим русское национальное правительство. К сожалению, мы не можем этого сейчас сделать. Вот какие лидеры есть, дееспособные, доказавшие своей судьбой, что они из себя представляют, и что они с этим режимом, конечно, не пойдут на компромиссы, вот этих собрали. Но некоторые уже пошли на компромиссы. Ну, например, мы выдвинули, предложили, связались. Вроде бы сначала речь шла о том, что, ну, например, великий экономист Касатонов сказал, что, ну, он вроде бы как не против. Но не подтвердил, вот до сих пор не подтвердил. И у меня складывается вопрос, он просто провозглашает истину и больше ему ничего не надо, лишь бы быть правым вот в том, что никогда не состоится. Или все-таки он готов за свою правду как-то побороться. Если готов побороться, мы его ждем в рядах народных лидеров. Но вот почему-то он не счел возможным. Может быть, он боится потерять место в МГИМО, профессор, все-таки такая престижная должность. Боится какого-то давления, или, может быть, ему объяснили, что вот нехорошо. Может быть, ему какую-то должность там предложат. Всех будут испытывать на это, и многие уже подобные испытания не прошли. Вот русские лидеры, которые у нас были в 90-е годы, в 2000-е годы, они в подавляющем большинстве испытаний не прошли. А даже не прошли иногда испытания, когда их никто особенно испытывать-то не собирался. Просто обстоятельства так складывались, что надо было где-то на горло собственной песни наступить, а они вот, нет, мы будем несгибаемы не в отношении этой власти, а в отношении своих ближайших соратников или людей, которые где-то думают несколько иначе, может быть, заблуждаются. Вот мы не простим, мы будем, как говорится, непоколебимы. Да? Вот не поколебимы, а переставляются буквы, и получается такая насмешка. И насмешка оказалась в отношении самих себя. То есть эти люди ничего, не просто ничего не смогли сделать, они фактически отказались от деятельности и за свою правду отказались бороться. Вот сейчас я подозреваю, что из команды народных лидеров
Ну вот, кто-то выпал, кто-то не дошел, кто-то сделал вид, что это вроде как что-то несерьезное к нему. Такое обращение было с предложением войти в состав потенциального народного правительства. Ну что ж, найдутся другие, будем искать других. К сожалению, некоторые популярные личности вот ведут себя так, как будто это какая-то игра, и можно вести себя так. Ну, я разрешаю вам себя любить. И вот такой нарциссизм, он дело привычное, я знаком с ним уже, и некоторые так называемые лидеры, с которых как с гуся вода, все предательство стекает, я не знаю, почему люди не замечают или не хотят заметить. Вот знакомое лицо, они говорят, ну да, да, мы знаем, да, это так. А то, что за этим человеком предательство русского национального движения, ну как-то все это пропускается мимо ушей, мимо глаз. И такие люди тоже пойдут сейчас все в президенты выдвигаться стройными рядами. Какие-то там предприниматели, партия сейчас уже настругана много. Если у вас партии нет, то вы должны 300 тысяч собрать для выдвижения кандидатом на выборах президента. Если у вас есть партия, в 3 раза меньше. С какой стати? Такая вот система, она противозаконная, она противоречит Конституции. Оказывается, мы не равны. Если ты партийный деятель или не партийный, разница принципиальная. Там 300 тысяч, здесь 100 тысяч. Но 100 тысяч, если у вас есть там несколько миллионов рублей, обычно вот предприниматели тратили эти несколько миллионов рублей, чтобы создать партию, чтобы бумажку выдали. Выдали бумажку, теперь есть партии как таковой нет, ни идеологии, ни актива, ничего. Собрали на один день подписи, люди поставили, в течение проверки эти подписи действовали, потом действует просто индульгенция такая, да, вот я перед законом безгрешен, у меня есть лицензия на участие в выборах, поэтому я могу еще потратить несколько миллионов, чтобы прославиться как кандидат в президенты. Но то, что это будет позорище, ты получишь меньше голосов, чем тебе понадобилось для того, чтобы зарегистрироваться, 100 тысяч, ну, это уже мало кого волнует. Главное себе в биографию прикрепить на кнопочке такую вот славную страницу, был кандидатом в президенты Российской Федерации. И будет этих кандидатов просто море. В том числе и среди тех, кто называет себя патриотами, которым абсолютно наплевать и на Россию, и на патриотическое движение. И только в одном случае он готов быть, воссоединяться со всеми, объединяться и так далее. Если он главный, это уже тоже вот Валентин Лебедев, один из моих таких добрых знакомых из православной общественности, как-то вот напомнил такую фразу, которую мы говорили еще в середине 90-х годов, что вот многие лидеры так себя и ведут. Если, то есть, Россию надо спасать, я буду спасать Россию, но если не я во главе, то черт с ней, с Россией, и пусть она провалится в тартарары. Вот так себя ведут многие. Лишь бы свое место, вот свое место под солнцем, свой гешефт получать от того, что ты там критикуешь власть, от того, что ты говоришь за русских, за то, что ты кого-то там изобличаешь. Вот это самое главное. Все остальное второстепенное. Ну, это вот тема «Русский марш» и «Народные лидеры». Очень важная тема, которая является ключевой и должна быть для каждого русского человека, ну, как бы на острие его самосознания. Он должен чувствовать эту тему, следить за ней и поддерживать. Если не так, если вам не нужно народное правительство, и в перспективе оно должно превратиться в национальное, ну, тогда о чем вообще разговор? О чем можно разговаривать, если ничего не нужно? Мы ничего не требуем, мы не претендуем на власть, мы только вот побрехать в сети, друг друга помоями полить и радостно пойти отдыхать на диван. Нет, надо с дивана вставать, надо идти на русский марш 4 ноября, надо поддерживать народных лидеров, надо распространять информацию. Работы для всех хватит, даже для тех, кто осуществляет ее сидя на диване. На русский марш надо прийти, от дивана все-таки оторваться, даже если очень не хочется и погода будет плохая, холодная, дождливая и так далее. Все равно надо приходить. В любом случае, это как долг перед Отечеством, долг перед собственным народом. Если вам какие-то там лидеры, один не нравится, другой не нравится, это другой вопрос. Вы можете это сказать, что вам не нравится, лично мне написать, я достаточно открыто отвечаю, только глупости и ругательства не пишите. Все остальные вопросы мы сможем с вами разобрать. Если вам какой-то лидер не нравится, ну попробуйте поставить его на путь истины, напишите ему, только вежливо, корректно и аргументированно, без глупостей и без хамства. Тогда диалог возможен. Я уверен, что каждый из тех, кого мы выдвигаем народные лидеры,
готов отвечать на вопросы или отвечает уже на них. Ну, прежде чем выступать с претензиями, вы сначала попытайтесь там послушать чего-то, посмотреть, прочитать. И только после этого с претензиями выступать, а то разговор может ограничиться просто присылкой вам ссылки. Вот посмотрите здесь, ну, о чем разговор, если уже вопрос трижды, четырежды, сто раз освещен. Хотел бы в русских новостях очень коротко сказать о мательдоидах, так называемых мательдоидах. То есть это тип такой человека, это, конечно, не какой-нибудь там расовый тип или какой-то национальный тип, историко-культурный. Нет, это даже если говорить там языком несколько инокультурным, то это не тип, не тип. То есть это как бы вне всяких типов, вот некое такое извращение духа или извращение каких-то интеллектуальных настроев. Вот тесть у меня очень любит читать «Московский комсомолец», и то и дело мне приносит газету, благо на даче мы живем на расстоянии 20 метров, вот, и предлагает мне прочесть. Ну, как-то раз он мне сказал, ну вот, ну что ты там, Матильде, какие претензии к этому фильму имеешь? Я говорю, да я фильмы смотреть не стану, потому что это просто порнография и оскорбление всякого русского человека, который любит Россию. Это намеренное оскорбление именно в тот самый момент, ну, скажем, 7 ноября для русского человека, у которого голова на плечах, это день скорби, потому что это день величайшей трагедии 20 века, ну, по крайней мере, в течение всей русской истории, наверное, это одна из самых страшных трагедий, может быть, самая страшная. И вот именно к этому дню приурочены мательдоидами, вот этими врагами русского народа и русского отечества, выход этого фильма и его обсуждение. И мне тесть говорит, ну а что, Николай II что, не человеком был, да? Что он не мог изменять жене, ну это же элементарная такая вещь, да? Ну вопрос, а что это вы об этом сейчас-то заговорили? Можно было бы вот как-то переждать этот период или как-то заблаговременно, вот если это вас тема так волнует, вот взаимоотношения Николая II с Матильдой, ну как-то там в архивах что-то посмотреть и так далее. Нет, они готовились именно к этому моменту. Именно к этому моменту должен быть развернут скандал. И, как правильно сказали вот на обсуждении на штабе Русского национального фронта, на этом собрании было сказано, что намеренно нас делят вот по разным параметрам. Один из параметров – это любовь к России и ее высшему государственному взлету империи и ненависть к Российской империи. Вот ненависть – это, естественно, наведенная большевистской пропагандой, теперь либералистической пропагандой. Вот этот разлом пытаются внести в общество. Ну а как, ну что, ну Николай II, ну он же такой же человек, ну всего-то фильм о том, что он такой же человек, больше никаких нет. К этому приурочена целая информационная кампания. Это не просто фильм. Это фильм, снабженный специальными пропагандистскими примочками. И вот «Московский комсомолец» – это газета поганая во всех отношениях. Я с ней еще познакомился до, можно сказать, всех этих событий так называемой демократической революции. Еще сам я был комсомольцем. Мне говорят, ну а что ты не читаешь «Московский комсомолец»? Вот это вроде газета для тебя. Там «Комсомолка» – это газета так более интеллектуальная, а вот настоящая молодежная газета – вот «Московский комсомолец». Я взял один номер, прочитал, сказал, что-то как-то непонятно, какой-то мусор, мусорная газета. А Павел Гусев тогда был уже главным редактором и до сих пор это остается. Он во всех эпохах, он при Ельцине, он при Путине, он при коммунистах, все, МК, «Московский комсомолец». Вот они как были поганой газетой, «Московским комсомольцем», так и остались. И вот всякую мерзость они публикуют. Вот читаю тут мне то, что тесть принес, «Матильда на русском Майдане». Вот. Я не стал читать статью, я посмотрел, автор Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Нет, конечно, никакого фонда. А Олег Бондаренко, я помню, он болтался там рядом с руководством Родины в свое время, поэтому я помню. Он был наймитом кремлевским, когда там что-то с Януковичем было, или позже, я уже не помню. Где-то я увидел его в Киеве, там ему сняли помещение, и вот он там что-то там делал. Ну, такой мальчик с красными щечками, с витыми волосиками, в очочках, небольшого росточка. Ну, такой немножко смешной
и выглядящий очень наивным. На самом деле не наивный человек, а просто карьерист. А здесь он просто проявляет себя как русофоб. Я просто прочел, куда глаз упал, прочел один абзац, я его процитирую. Остальное читать бессмысленно. Вот он пишет, этот Олег Бондаренко. В то же самое время, ну в какое-то время, выбор наиболее противоречивой фигуры объективно самого слабого главы Российской империи, при котором эта самая империя вместе с императорским домом с треском рухнула, говорит об отсутствии политических перспектив у современных наследников-монархистов. Ведь Николай II для настоящего поклонника монархии – предатель и ничтожество. И не надо забывать, что канонизирован он был не за свою работу на высшем государственном посту, а за свою трагическую смерть. То есть в этих строках все есть. Все есть. И либералистическая, и коммунистическая пропаганда. Такие строки может написать только самая отвратительная нечисть. И вот эта отвратительная нечисть пишет в Московском комсомольце. Опровергать все это, ну, даже нет смысла. То есть те, кто верит вот в этот бред, который написан, ну, тот для меня просто не существует как человек, достойный какого-то разговора, какой-то аргументации. Здесь все ясно, как бы все, крест на этом человеке. Ну, раньше я его почти не знал, ну, как я мог думать? Ну, да, я думал, да, он где-то такой из мелких прихлебателей при кремлевской администрации. Ну и ладно, человек там себе на жизнь зарабатывает таким образом. Теперь я вижу, что это пропагандист русофобии. Вот. Таких людей, конечно, надо содержать за решеткой, даже несмотря на то, что это мелкие сошки, есть покрупнее. Конечно, надо начинать не с таких негодяев, а с негодяев покрупнее. А «Московский комсомолец» не надо читать, это газета мерзкая. Вот следующая мерзость. А следующая мерзость тоже не надо читать. Главное, заголовок. «Внучка Матильда несет в себе царские гены». И первое утверждение. Значит, это утверждает Константин Севенард, представитель единственной уцелевшей на сегодняшний день родовой ветви Кшесинских. И тут пишут. Зачатый уже гораздо позже женитьбы царя в 2010 году, и не просто так, а ради спасения страны. Не надо это читать. Эти мерзости все человек должен просто от себя отстранять. Но это все равно, что идти по дорожке, увидеть навозную кучу и специально в нее наступить. Вот что такое газета «Московский комсомолец». Поэтому не читайте. Я призываю всех, кто... Знаете, есть такая привычка. Ну, я привык уже эту газету, там Минкин пишет, он так Путина критикует. Он для этого там и существует, чтобы вам втирали в мозги вот все эти мерзости, которые я сейчас прочел, а дальше читать не стал, просто потому что сразу ясно, что это гора дерьма, не надо в нее наступать. Вот не надо заходить на ресурсы, где публикуют вот всю эту гнусность. В Ульяновске произошла страшная трагедия, и она является показательной для того, чтобы мы оценивали как в целом состояние в стране, так и деятельность министра внутренних дел, его хозяев, его подчиненных, в целом всю систему полицейщины. Не полицейщины, а полицейщины, потому что эти люди действуют именно как полицаи. Я сначала дам фрагмент, который был в средствах массовой информации, но это такой мелкий проходящий скандальчик. Вот он прошел и вроде забыли. Полицаи убили молодого здорового парня, и представили это дело, как будто это либо самоубийство, либо несчастный случай. Вот обстоятельства дела. В Ульяновске родители молодого человека, который якобы спрыгнул с 8-го этажа, обвиняют в смерти сына полицейских. По мнению отца юноши, травмы, которые он получил во время падения, характерны для избиения. Более того, никто не видел, как несчастный спрыгнул с балкона. Зато есть свидетельства тех, кто утверждает, что подростка привезли на место на патрульном УАЗе. Его забрали до этого в отделение после небольшой драки. В этом запутанном деле разбирался Александр Белогуров. Эти кадры мы не можем показать полностью. За несколько минут до погребения Никиты Жаркова его родители осматривают тело сына. Повсюду гематомы, на шее следы от удушья. Версию полицейских о том, что это было самоубийство, родственники не верят. Откуда появился разбитый подбородок? Откуда вот эти мощные царапины? Откуда разорванный глаз? Словно частный детектив, мужчина отправляется на поиски своей собственной правды. В этом месте юношу нашли без сознания. В протоколе якобы сказано, Никита прыгнул с 8-го этажа. Прохожие вызвали медиков. К сожалению, были все травмы, несовместимые с жизнью. И поэтому все мероприятия, которые проводились
медицинскими работниками, они, в общем-то, были безуспешны. Но Алексей думает, что все было совсем иначе. Мужчина работает тренером в клубе единоборств, куда ходил заниматься и Никита. Качество бойца отец старался воспитать в сыне всю свою жизнь, поэтому мысль о суициде отмел сразу. Его сюда привезли, посчитав, что он мертвый, а парень пришел в себя и ожил. Собирая детали рокового вечера воедино, мужчина вспоминает. Никита должен был прийти на тренировку к 6 часам. Дорога занимает всего 15 минут, однако сын в спортзале не появился даже спустя 2 часа. Что произошло в этот промежуток времени, Алексей узнал позже от друзей юноши. Якобы возле продуктового магазина началась драка, участником которой и стал молодой человек. Вызвали наряд полиции. Полицейские приехали. Сначала они вмешивались. После этого сделали предупредительные выстрелы и начали хватать всех парней в машины забирать. Жарко Вы уверены, что именно в отделении сына забили до смерти. А чтобы снять подозрения, сотрудники полиции придумали чудовищный план. До сих пор у меня нет возможности познакомиться с видеоматериалами внутренних съемок отдела полиции. Мы направили запрос в управление МВД по Ульяновской области. Узнать, что же происходило в участке. Но согласно ответу, Никиты в отделении вообще не было. Подозрения Алексея Жаркова в том, что к смерти сына могут быть причастны правоохранители, усилились. Когда друзья парня вдруг стали отказываться давать свидетельские показания – однако осталась переписка в интернете. Очевидцы случившегося видели, что выброса не было. Подъехал УАЗик, выбросил около дома Никиту и уехал. Слышали не балконную дверь. Дверь захлопнулась в машине. Убитые горем родители обратились в Следственный комитет. Там сыщики нашли небезосновательным подозрение отца и возбудили уголовное дело по статье убийства. Одно из дополнительных версий, то есть тех лиц, кто будет подгоряться на причастность к совершенному преступлению, как раз взято довод отца. О возможной причастности сотрудников полиции. Известно, что Никита Жарков перед уходом оставил дома две записки, содержание которых неизвестно. Возможно, они помогут пролить свет на события, которые произошли в трагический вечер. Александр Белогуров, Александр Воробьев. Экстренный вызов. Лицо моего сына в синяках, ссадинах, подшит левый глаз. Нос искривлен. На лице ссадины, царапины. Шея моего сына, если сможете понять и рассмотреть, она искривлена. Со стороны спины, на шее, 3 полосы. Откуда они взялись, объяснения нет. Ноги моего сына. Непонятно, откуда взявшиеся ссадины. Ужасная трагедия для семьи, для отца. Ну и для нас это трагедия, потому что уходят из жизни молодые, здоровые люди. А я, когда познакомился с этим материалом, Елена Рохлина обратила внимание мое на этот материал, дала ссылку, сама там она опубликовала несколько материалов. Я вспомнил, ну, ровно такое же дело, только произошло оно в Ростове-на-Дону. И было это в моей депутатской практике. Я это вспомнил и решил об этом рассказать, потому что я даже в статусе депутата ничего не смог сделать, потому что вся система вот просто как какой-то монолитный блок. И коль скоро так, то ответственность на самых высших должностных лицах. Министр Колокольцев. Вы создали и продолжаете воссоздавать негодяйскую систему, которая была при вашем предшественнике, при Нургалиеве, этом абсолютно нерусском, тупом, необразованном и совершенно бессмысленном человеке, и предшествующих, начиная там от Ерина, этого предателя, которого наградил звездой героя за расстрел Белого дома, Ельцин и так далее. То есть вы все, вот министры внутренних дел,
непонятно, какими внутренними делами вы занимаетесь. Ну, как Джек-потрошитель, может быть, в этом смысле ваши дела являются внутренними. Но вы все предатели нашего Отечества. Вы все враги нашего Отечества, потому что ваша система абсолютно для нас враждебна и убийственна для нас. Она уничтожает молодых людей. Вот как это было в 2005 году, когда я занимался этим делом. Сама трагедия произошла в 2002 году. Уже давно, 15 лет прошло, да? Но представьте, какой глубины эта трагедия. Вот этот материал я назвал «Это длинное и страшное дело». Здорового молодого парня превратили в инвалида. При этом виноватых нет. История проста. В парке, где движение автотранспорта запрещено, патрульная машина милиции разъезжает как хочет. В парке, где движение автотранспорта запрещено, машина сотрудника милиции разъезжает как хочет. На пути лихача в погонах попадается случайный прохожий. Удар такой силы, что от него выжить почти невозможно. Пробит череп, смещен позвоночник. Но парень здоровый не умер на месте. Его везут в больницу, где операцию делает не специалист. Уродует так, что от этого не выживают. Но парень опять не умер. Тогда его душат удавкой, чтобы концы в воду и ни перед кем отвечать. Но парень опять не умер. И тогда его швыряют на руки несчастному отцу. Отец годами пытается добиться справедливости. Суды все на стороне живодеров. Парню нет средств не только на лечение, но даже просто на жизнь. Депутатская переписка заняла целый год. Пройдены все инстанции. Последнее обращение к гаранту Конституции, к Путину. Ну, вынужден я был, потому что уже все, больше не к кому. И тот же эффект. Полное равнодушие. Я ничего не смог сделать. Корпорация подлецов искалечила не только парня, но и всю систему власти. Прокуратуру, суды, милицию и даже медиков, чья роль в этом деле более чем постыдна. И фотографии, которые мне прислал несчастный отец, они не сохранились, может быть, и слава богу. Они очень похожи на ульяновское дело. Его убивали милиционер и врач, его предала власть, его предал президент. Фото 1. Молодой крепкий парень на фоне корабля, на котором он мечтал плавать. Фото 2. Страшная гематома на пояснице. Фото 3. Тело с ранами на плече, забинтованной головой. Дыхательная трубка во рту и явный след удавки на шее. Фото номер 4. Искромсанная голова парня после выхода из больницы. Представьте, что это случилось с вашим сыном. И речь не идет о случайности, которая подстерегает каждого. Здесь очевидный цинизм безнаказанности, которая гоняет всю казенную машину по парку, которая гоняет машину по парку, не задумываясь об ответственности. Всю переписку с отцом пострадавшего приводить нет никакой возможности. Это длинное и страшное дело, ужасное каким-то запредельным аморализмом всех лиц, которые обязаны исполнять свой долг, но исполняли только какой-то бесовской танец над изувеченным телом. Ну вот первый ответ на мой запрос. Коротко я изложил ситуацию. От заместителя генерального прокурора Шепеля, запомним эту фамилию. Вот он пишет: «Ваше обращение и жалоба Котельникова о неправильной квалификации действий Попова, вот этого мента, извините, по уголовному делу, в незаконном отказе от возбуждения уголовного дела рассмотрен с изучением материалов уголовного дела». Бла-бла-бла. Установлено, что предварительное следствие по данному уголовному делу окончено прокуратурой Боковского района Ростовской области. С учетом собранных по делу доказательств, действия Попова обоснованно квалифицированы по части 1 264 статьи Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ну, покушение на убийство и дорожно-транспортное происшествие, там, где его просто не может быть, это не ДТП на дороге, где всякие случайности бывают, да? Но вот так квалифицировано. В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего Котельниковым, его отцом, было заявлено ходатайство о переквалификации действий обвиняемого на часть первую, с части 1 264 статьи на часть 2 111 статьи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По результатам рассмотрения следователем вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Указанное постановление следователя обжаловано в суд постановлением Шолоховского районного суда 24.02.04. Отказано в удовлетворении жалобы. Кассационные и надзорные инстанции Ростовской области решение Шолоховского районного суда оставлено в силе. 28.11.2002 года прокуратура Шолоховского района по результатам рассмотрения заявления адвоката Юрова, защитника Котельникова, пострадавшего, в отношении Попова, Охваткина и Мироненко, которые, по мнению заявителя, фальсифицировали доказательства по уголовному делу в отношении Шолоховского района,
Журавлева, не принявшего надлежащих мер к оказанию потерпевшим квалифицированной медицинской помощи, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Это процессуальное решение неоднократно обжаловалось Котельниковым в суд. В последний раз его надзорная жалоба рассмотрена 22.04.04 Ростовским областным судом, и в его удовлетворении отказано. Прокурор Шоловского района Ростовской области не может быть дано поручение о заявлении в суде ходатайства о возвращении уголовного дела в производство следственных действий, в том числе для изменения обвинения, так как уголовно-процессуальным кодексом РФ такое основание возвращения уголовного дела прокурору не предоставлено. При проверке в прокуратуре Шоловского района организации надзора над расследованием уголовного дела за период 2002-2004 года существенных нарушений процессуального закона не выявлено. Рассмотрение уголовного дела по обвинению Попова назначено в Шоловском районном суде, то есть очередное рассмотрение, на 14.02.2005. Вот и все. Это заместитель генерального прокурора. Я снова обращаюсь, естественно, к генеральному прокурору, потому что этот проходимец Шепель, то есть мало того, что все изворотил, он просто расписался в неспособности, якобы не хватает полномочий у прокуратуры для того, чтобы расследовать дело, для того, чтобы предоставить в суд правильно оформленное дело, для того, чтобы рассмотреть жалобу представителя потерпевшего. Пишу генеральному прокурору: на мое обращение такое-то по делу о причинении тяжкого вреда здоровью М.А. Котельникову, проживающему по адресу и так далее. Несмотря на то, что данное дело находится на контроле генеральной прокуратуры, вынужден обратить ваше внимание на то, что законность по нему до сих пор не восстановлена. Следствие и судебные органы Ростовской области продолжают настаивать на правомерность своих действий, не считаясь очевидными противоречиями, вводя в заблуждение вас и ваших заместителей. Преступление в отношении Котельникова совершено бывшим курсантом юридического института МВД, впоследствии сотрудником милиции Поповым. Однако, на мой взгляд, необходимо учитывать и роль в этом деле его отца, а также бывшего сотрудника Шолоховского ОВД. Таким образом, используя свою юридическую грамотность и связи с действующих следственных органах, они имели возможность препятствовать объективному расследованию. Заявитель, отец и законный представитель потерпевшего указывают на факты неоднократного психологического воздействия на его семью со стороны семьи Поповых. Несмотря на то, что факт психологического давления установить и доказать непросто, семья Котельников уже понесла глубокие моральные и даже человеческие потери, что может служить косвенным подтверждением. Для восстановления истинной картины происшедшего необходимо для принятия справедливого процессуального решения прошу вас провести проверку по следующим вопросам. По какой причине предварительное следствие по указанному делу, вопреки требованию статьи 162 УПК, часть 1 УПК, предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела, продолжалось 18 месяцев. На каком основании преступление Попова в отношении Котельникова было квалифицировано как нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем и другим механическим средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и так далее? Тогда как оно было совершено в месте, где движение не предусмотрено вообще и полностью запрещено. Тот факт, что Попов оказался в парковой зоне, где запрещено движение автомобильного транспорта на личной автомашине и с ее помощью совершил преступление, является лишь отягчающим обстоятельством, но никак не может влиять на квалификацию по статье Уголовного кодекса. Ваш заместитель Шепель, я тогда обращаюсь, по-моему, Устинов был, прошу прощения, кто там, да, Устинову я обращался. Ваш заместитель Шепель дал ответ Котельникову, что прокурору Шоловского района Ростовской области не может быть дано поручение и так далее. Между тем, статья 237 УПК «Возвращение уголовного дела прокурору» такой порядок предусматривает. При этом очевидно, что расследование по делу нельзя считать завершенным. И четвертое. На каком основании Боковская прокуратура передала материалы уголовного дела не в Боковский суд, как того требует статья 125 УПК, так как Котельников не подал жалобу именно туда, а в Шолоховский суд? На данный момент следствие и судебные органы проигнорировали все вопросы, все без исключения, в связи с чем расследование нельзя считать объективным. Прошу лично вмешаться в ситуацию, при которой грубо попирается действующее законодательство. Ответ мне. Кто мне дает ответ? Все тот же Шепель. Я пишу генеральному прокурору, а он сбрасывает снова своему заму. По поручению генерального прокурора
Рассмотрено ваше обращение в связи с заявлением о привлечении т.т. в связи с принятым решением об освобождении от наказания Попова и другим вопросам. Ну, представляете, ну, можно сказать, убил человека, превратил его в такое растительное существо. Молодого парня превратил в полного инвалида и интеллектуального, и физического, и освобожден от ответственности. Как это может быть? Как? А вот так вот, как они создали, такую систему они создали. Прокуратурой Шолоховского района Ростовской области проведена проверка в порядке т.т. Попов осужден по первой части 264 УК к 1 году 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством в течение 2 лет. На основании статьи, части 1 статьи 78 УК от отбывания наказания освобожден в связи с течением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Они поэтому и тянули следствие, чтобы... Прошло 1,5 года, все, до свидания, и гуляй, ни в чем не, себе не отказывай. Убил человека и пошел отдыхать. Я думаю, что наезд-то это был не случайный. Ну, представляете, на какой скорости надо наехать на человека, чтобы его фактически убить. Ну, это не значит, что человек стоял как столб, да, вот он стоял как столб на дороге, а тот не закрыл глаза и прямо на него наехал. Как это могло быть? То есть сами обстоятельства дела. То есть человек идет по парку, где машин вообще не бывает. Здесь на огромной скорости на него налетает вот этот Попов на своей машине. И просто в труху его, я не знаю, переехал его 2-3 раза туда-обратно. В труху просто превращает человека и освобождается от ответственности. Как это может быть? Определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовской области приговор отменен. Дело направлено на новое, это уже под воздействием... под воздействием многочисленных жалоб, в том числе, надеюсь, и моих действий. Дело направлено на новое судебное рассмотрение. Как? Вы говорили, что невозможно, а теперь уже можно. В тот же суд, но в ином составе судей. В настоящее время уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения. Но почему в тот же суд, а не в тот суд, куда обратился пострадавший, потерпевший его представитель? В ходе проведенной проверки каких-либо данных, свидетельствующих о наличии в действиях судьи, Хлопонина, давайте запомним, да, признаков состава какого-либо преступления не установлено. Прокурором Шолоховского района Ростовской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хлопонина, на вот этого судьи, который покрывал преступление и вынес решение в пользу преступника. Принято решение, признано законным, обоснованным, оснований для его отмены не усматривается. Ну, у нас вообще судьи, они вне подозрений. Ну, только если над хладным трупом с ножом и по локоть в крови обнаружат, тогда, наверное, судья понесет какую-то ответственность. А за преступления должностные, нет, они, если только вот противоречить будут начальству, вот тогда может быть. По факту угрозы по полным убийствам Котельникову прокуратурой, ранее проводилась проверка, по результатам которой следователям прокуратуры района вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Попова признаков состава преступления, угрозы убийством. Принято процессуальное решение признано законным и обоснованным, оснований для его отмены не усматривается. То есть вообще никаких оснований нет, просто не усматривается и все. Вот угроза есть. А все равно не усматривается, наплевать. Доводы заявителя, касающиеся ненадлежащего расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение тяжких телесных повреждений его сыну и другие, изложенные в жалобе, ранее проверялись, однако своего подтверждения не нашли, а о результатах проверки вам заявителю сообщено. То есть пошли вы ко всем чертям. Это дорожно-транспортное происшествие, это не покушение на убийство, это не нанесение тяжких телесных повреждений, это просто дорожное происшествие, за которое ответственности преступник не несет вообще никакой. Никакой. И даже деньги на лечение покалеченного человека с него, с его зарплаты не снимаются. Зачем это нужно? Что здесь мне пишет уже другой? Это вот Шепель. А теперь, после очередного моего обращения, поскольку я вижу, что Шепель просто проходимец, я об этом сообщаю генеральному прокурору, мне отвечает другой проходимец, заместитель генерального прокурора Звягинцев. Он пишет все то же самое, просто описывает ситуацию, следуя на автомобиле ВАЗ, Нива, в районе действия запрещенных знаков, по улице станицы Вешенской Шолоховского района Ростовской области, совершил наезд на движущегося в попутном направлении пешехода, причинив ему телесные повреждения. Ну, он не пишет даже тяжкие телесные повреждения, просто телесные повреждения. По данному факту, и дальше уже неинтересно. После утверждения обвинительного заключения, в соответствии с требованием УПК,
передан в Шолский районный суд, ля-ля-ля. Материалы проверок в Генеральной прокуратуре Российской Федерации изучены, оснований для отмены принятых решений не имеется. Все, формальный бюрократический ответ. Снова Устинову направляю. На мое письмо по обращению господина Котельникова, направленное на ваше имя, поступил ответ, подписанный заместителем Шепелем. К сожалению, следует констатировать, что проведенная проверка была достаточно формальной, мои доводы остались без внимания и так далее. Вот на это и отвечал Звягинцев, что все равно все хорошо, прекрасная маркиза. Жалуюсь на Шепеля, передают его коллеги из кабинета в кабинет, переносят, там подписывают то, что заготовил. Я уверен, один и тот же чиновник, ему поручено, он подготовил, и заместитель генерального прокурора подписал вот всю эту пошленькую бумажку. И мне отвечают: по поручению генерального прокурора ваше обращение о ненадлежащем расследовании рассмотрено. Это опять Звягинцев отвечает, уже второй раз мне отвечает: рассмотрено, доводы, изложенные вами в обращении, рассмотрены, приговором суда признан виновным, но освобожден на основании такой статьи Уголовного кодекса от назначенного наказания освобожден в связи с течением срока давности. Результат кассационного рассмотрения дела взято Генеральной прокуратурой Российской Федерации под контроль. Ну, я добился, ну давайте еще раз, давай. Ну, все-таки возьмите под контроль, посмотрите, что там делается, посмотрите на материалы дела. Ничего не делается. Снова пишу Устинову. Вынужден вновь обратить ваше внимание на ненадлежащем рассмотрении уголовного дела в Боковской прокуратуре Ростовской области. Следствие по данному делу, вопреки требованию законов и здравого смысла, квалифицировало действие Попова, нанесшего тяжкий вред здоровью, статьей 264 УПК, то есть дорожно-транспортное происшествие. Но данная статья не может быть применена в данном случае даже в своей формулировке. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека. Постановление правительства о правилах дорожного движения четко указано, что данные правила приняты в целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения, то есть действуют там, где разрешено дорожное движение. В том месте, где было совершено преступление в отношении Котельникова, дорожное движение категорически запрещено. Из этого следует, что там не действовали правила дорожного движения, а следовательно, они не могли быть нарушены. Кроме того, при расследовании не была проведена проверка показаний свидетелей, в частности, таких-то, которые находились в парке отдыха в зоне, закрытой для движения всех видов транспортных средств. Из хулиганских совершений был совершен наезд на Котельникова, и на это указывает и сам потерпевший, что полностью исключает возможность несчастного случая. Свидетели показывают, что и ранее Попов, прикрываясь удостоверением курсанта МВД, совершал хулиганские действия. Печально, что в учебных заведениях МВД Ростовской области проходит обучение нарушителей закона, которые впоследствии устраиваются на работу в органы милиции, совершают должностные преступления и разрушают изнутри всю правоохранительную систему. Прошу вас провести проверку в целях восстановления законности, переквалифицировать статью Уголовного кодекса по делу в отношении Попова. Ответ. Снова Шепель. Ну, тот же Шепель, тот же бездельник и негодяй. Ваше обращение о ненадлежащем расследовании т.д. рассмотрено, установлено, что в производстве прокуратуры находилось уголовное и так далее. Все опять пересказывается заново. Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда, приговор Шолковского суда, отменили уголовное дело в отношении Попова, прекращено за истечением давности. То есть приговор отменили, и что дальше? В ходе следствия проверялись доводы о привлечении уголовной ответственности, о приготовлении к преступлению, о покушении на преступление, о покушении на убийство из хулиганских побуждений. По результатам проверки принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. Данное постановление было обжаловано в Буковский районный суд. Постановлением суда жалоба оставлена без удовлетворения. Опять, ничего конструктивного. Это заместитель генерального прокурора. Ничего конструктивного, абсолютно. Ну, наконец, пишу президенту Российской Федерации, ваше высокопревосходительство. Обратиться к вам меня вынудило полная безысходность с делом, которое веду уже почти год, но ни в одной официальной инстанции так и не смог добиться законности и восстановить нарушенные права граждан. Дальше изложение идет. Прошу, господин президент, принять решение по этому делу и содействовать, наконец, восстановлению законности и справедливости. Приложение на 16 листах. Депутату Савельеву отвечает какой-то
не знаю кто, президент Российской Федерации, написано тире, начальник управления Брычева, начальник управления по работе с обращениями граждан. Это депутатское обращение рассматривает какая-то, не знаю, мелкая чиновница. В отношении вашего обращения, адресованного президенту, сообщаю, в соответствии со статьей Конституции, президент является гарантом Конституции Российской Федерации. Я об этом не знаю. Ну, берут просто из компьютера заготовку и лепят вот это. Для всех одинаково. Депутат, не депутат, кто там пишет, вообще всем наплевать. Вот берут это. В соответствии с Конституцией, в порядке обеспечивается согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Скажите, он гарант Конституции или нет? Гарантия Конституции в чем состоит? В том, чтобы морочить депутату, представителю народа голову? Ну вот Брычева этим и занимается по поручению президента Российской Федерации Путина. Вместе с тем президент Российской Федерации не осуществляет руководство прокуратуры Российской Федерации. Разве об этом шла речь? О руководстве прокуратуры? Полномочия организации и порядок деятельности прокуратуры на основании части 5 статьи 129 Конституции определяется федеральным законом, а я что-то другое, наверное, утверждал. В соответствии с частью 1 статьи 4 федерального закона о прокуратуре, прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную централизованную систему органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору Российской Федерации. В связи с изложенным, ваше обращение направлено на рассмотрение генеральному прокуратуру Российской Федерации. Цикл замкнулся, цикл негодяйства, цикл безнадежной... преступный цикл замкнулся, это как бы кольцо негодяйства, которое окружает каждого из нас, и на ком эта удавка затянется, никто не знает. По крайней мере, вся эта система абсолютно так и действует. Еще мне отвечает, кто там отвечает, заместитель, еще один заместитель генерального прокурора, Кехлеров, ну я не знаю, ну все то же самое, поскольку ему пришло, он опять переписывает все то же самое, просто слово в слово. И приходит к выводу о виновности ПВО именно в нарушении правил дорожного движения. Доказательство того, что виновный преследовал цель убить Котельникова или причинить вред ему здоровью, как на этом настаивает отец потерпевшего, не имеется. Все, до свидания. Завершив таким образом это дело, я не в силах был ответить на новое отчаянное письмо отца пострадавшего, где вновь приводятся очевидные факты служебных судебных подтасовок, несуразиц в прокурорских проверках, подлых подтасовок фактов. Все, что я могу по итогам года, это считать власть, забравшуюся с ногами на шею русского народа, просто скопищем убийц. И президента Путина я вынужден считать соучастником этого покушения на убийство и покрывателем убийцы. При его прямом попустительстве действует такая власть, в которой нет такой подлости, которую она не смогла бы совершить. Да будьте же вы все трижды прокляты. Это написано в 2005 году. Это к тем клеветникам, которые распространяют информацию, что там путинист, пропутинист. Вот в 2005 году это написано на моем сайте. Правда, я его ликвидирую, этот сайт, ну, в силу того, что он функционально уже не действует и мало кого интересует. Ну, я вот взял, просто переписал, сейчас прочитал то, что писал тогда и после этого не перечитывал. Ну вот, зафиксировав фамилии заместителя генеральных прокуроров, я попытался узнать, а что это вообще за люди? Вот как такие мерзавцы могут находиться в генеральной прокуратуре? Вот Николай Шепель, заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу, государственный советник юстиции первого класса, почетный работник прокуратуры. С 1977 года работал в органах прокуратуры в Краснодарском крае. В 1997 году в органах Генеральной прокуратуры в Ставропольском крае. В 2000 году начал исполнять обязанности главного прокурора Чеченской республики. Вот так, через эту должность прошли многие негодяи. Прокурор Савчин, с которым я имел дело, и который мою книжку определил как экстремистскую и фальсифицировал результаты экспертизы, и суд настроил соответствующим образом. Этот тоже так. Потом был назначен главным прокурором Волгоградской области. В 2004 году был назначен заместителем генерального прокурора по Южному федеральному округу. Занимался расследованием громких терактов на Северном Кавказе. Ну, результаты мы знаем, что никаких результатов. На новом посту Шепель возглавил рабочую группу следователей по расследованию дела о захвате боевиками школы в Беслане в 2004 году. Второй пунктик. В 2005-2006 годах он выступал государственным обвинителем по делу единственного задержанного участника нападения на Беслан и продолжал
заниматься расследованием основного уголовного дела о теракте в Беслане, делом работников милиции правобережного района, должностных лиц Малобекского района, делом Шамиля Басаева и так далее, и так далее, и так далее. Результат, вы помните, результат нулевой. А реальность была такова, что расстреляли школу вместе с боевиками и заложниками, просто расстреляли снаружи, и все это скрыто. Ну, точнее, это было раскрыто, и это было сообщено общественности, но потерли отовсюду. Доклад моего однофамильца Юрия Петровича Савельева, с которым мы были во фракции «Родина», и он занимался как бы параллельным расследованием, входя в депутатскую группу по контролю за, ну, там, парламентское расследование, якобы парламентское расследование. Все там тоже фальсифицировали, и только вот один честный человек оказался. Это Юрий Петрович Савельев, который доклад по Беслану с альтернативной точки зрения опубликовал в сети, все стерли. Не знали, сейчас можно найти, но я в свое время пытался, может быть, кто-то восстанавливал снова этот текст. Он у меня есть, если кому-то вот очень надо, его можно представить, и там все очень логично, и все с профессиональной точки зрения рассмотрено, изучено все дело, по материалам дела он работал. Это было преступление. Преступление Путина, ФСБ, МВД, всех, кто участвовал в этом безобразии. Так, кто приказал? Ну, кроме Путина, никто. Разрешить проблему любыми способами. Шарахнули прямо по этой школе, прямо по залу вместе с заложниками, в надежде, что потолок рухнет и скроет все следы преступления. Ну, свидетели остались, боевики стали выводить тех, кто уцелел из этого зала. И он рухнул-то потом. И свидетели об этом сказали. Откуда взрыв? Это не боевики взорвали, цепочка оказалась не замкнутой. Эти-то негодяи надеялись, что детонация, и все разнесет просто в щепки. И вся вселенская скорбь, какие все негодяи, а мы все вот борцы за то, чтобы спасти детей. Ну вот не получилось, не удалось, они негодяи, сами себя взорвали. Ну у них же такая привычка, если они сами себя взрывают. Вот что такое спецслужбы путинские, вот эти чекисты, эти кровососы, негодяи с большевистских времен. Там дивизия Дзержинского сейчас восстановили название, и ну, просто вот это патологическое какое-то негодяйство. Тогда мательдоиды, они даже как-то покультурнее выглядят, а это просто мразь отпетая, которая готова детскими жизнями пожертвовать, лишь бы спасти репутацию своего вот этого начальника, будь он трижды неладен. Вот, и что, ну в 2006-м отправлен в отставку, видимо, ну недостаточно прогибал спину. В феврале 2006 года Шепель заявил, что волгоградская газета «Городские вести» может лишиться лицензии за публикации 9 февраля 2006 года иллюстрации к статье «Расистам не место во власти». На ней Христос, Моисей, Будда и Мухаммед смотрят телевизор, на экране которого две готовых к драке группы людей, и подпись под рисунком гласит: «Мы вас этому не учили». Какой тут расизм? И вот этот придурок, ну то есть вот подлость и тупость, они соединяются вместе. Вот Шепель вот такое я прочитал. И можно вообще расследовать, конечно, эту личность, но не хочется. Это вот просто мерзость, к которой неприятно прикасаться. Прокуратура Волгограда совместно с Генеральной прокуратурой начали проводить доследственную проверку по факту публикации, рассматривая возможность возбуждения уголовного дела по статье о разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. Ну, жуть какая-то. Прям противоположный смысл. Вот я читаю сейчас и думаю, ну кому могло прийти в голову, что смысл иной? Ну не будем дальше, да. И о Звягинцеве. Вот Звягинцев, генеральный прокурор. Вообще ничего нет. Это оказывается писатель. Это оказывается не генеральный прокурор. Это писатель, который написал кучу книг, таких вот детективчиков, каких-то там романчиков, непонятно чего. Найти что-либо о его жизни практически невозможно. Вся информация сводится к должностям, которые он официально занимал на протяжении жизни. О детстве, месте рождения, о родителях никаких сведений. Известно только, что он появился на свет в 1948 году на Украине. После этого, когда ему исполнилось 22 года, его взяли в органы прокуратуры. Там же. С 1992 года он работал 8 лет старшим помощником генерального прокурора России. Что он там делал, старший помощник генерального прокурора, а потом раз и сразу в замы. Здорово. Позднее в этом же ведомстве занял должность руководителя центра, занимающегося информацией и общественными связями. Но извините меня, зачем заместителю генерального прокурора, то есть насколько высока должна быть квалификация, чтобы после этого, ну фактически это человек, который взаимодействует с журналистами, это просто пиар-служба. К деятельности самой прокуратуры никакого отношения не имеющего. По совместительству Звягинцев
курировал вопрос надзора законности, постановлений в гражданских делах. Вся его жизнь связана с работой в органах. Только что он там делал, никто не знает. А также коснулось литературного увлечения, которому ему себя посвятил Звягинцев Александр Григорьевич. Некоторые произведения автор подписал псевдонимом Ольгин Александр. Отправлен на пенсию, в 2016 году. То есть всю жизнь проработал в прокуратуре, ничем не известен, кроме того, что он писал книжки. Спрашивается, прокуратура вообще своим делом занимается? На должности заместителя генерального прокурора находятся люди профессиональные или только те, кто подписывает бумажки? Ну вот, такая негодяйская система. Мы должны ее уничтожить. Эту систему надо уничтожить, потому что она уничтожает нас постоянно. Постоянно. Вот видите, с размахом в 15 лет, два дела, практически идентичные, которые связаны с предельным цинизмом так называемых полицейских, полицаев, их по-другому я лично называть никак не могу, потому что это беспрерывно происходит, это цепь беспрерывных событий такого рода. Не все они становятся известными, но вот в данном случае, вот с разносом 15 лет, только благодаря тому, что отцы вступаются за своих погибших детей или искалеченных детей, мы что-то можем сказать об этом. Но скрытых трагедий просто море. Вас просто могут в ментовке убить. Просто убить. И никто за это не ответит. Никто. Они просто отвезут тело куда-нибудь на пустырь, а потом его обнаружат и скажут: ай, неизвестный труп, висяк, мы не знаем. А могут просто убить. Потому что эту систему надо не просто менять. Как так менять? Что значит менять? Эту систему надо отменять. Отменять и заменять совершенно другой. И мы об этом сто раз уже мы говорим об этом, ну уж не меньше тех же 15 лет, что разделяет вот два этих страшных и длинных дела. Мы говорим о том, что внутренние войска должны уйти, вообще исчезнуть. А это Росгвардия. Есть спецназ МВД, ради бога, пусть будет спецназ МВД в каждом регионе, но он не может применяться против граждан, только против преступников, совершающих в процессе совершения преступления или при задержании особо опасных преступников. Против граждан не может применяться, а он применяется постоянно. Применяется. То есть Росгвардия – это армия, созданная против народа. И мы должны четко это понимать. Росгвардия – это прямые, вооруженные оккупационной властью враги, которые должны уничтожать народ, если народ вдруг встанет и решит исполнить тот пункт, который есть во всеобщей декларации прав человека, подписанный в том числе и Советским Союзом, и как правопреемник, ну, якобы правопреемник, ну, в этом пункте, по крайней мере, как член ООН Российской Федерации, наследует, подтверждает этот пункт право народа на восстание. Ну, там, кто не знает, там записано прямым текстом. Ну, так вот, если вы право имеете по вот этой декларации, то против вас выставят не право, а войну. Просто тотальное истребление, ну, которое уже и происходит, но только не в виде таких открытых военных действий, а в виде скрытого потока преступлений, которые не признаются преступлениями. Мы говорим о том, что действовать должна федеральная уголовная полиция. Вот она занимается расследованием уголовных дел. Никаких внутренних дел у министерства быть не должно. И не министерство это должно быть. Это управление, полицейское управление общегосударственное. Ни какое-то не министерство и глава этого управления ни в коем случае не входит в кабинет министров и не занимается управлением страной в целом. Он выполняет то, что ему говорят, и действует только по закону. Над ним стоит правительство, над ним стоит президент, и он только исполнитель закона и исполнитель той правоприменительной практики, которая предопределяется волей вышестоящего руководства. Сейчас ничего такого нет. Сейчас якобы вот Котельникова или, извините, сейчас этот Колокольцев, это вроде как такой вот политик даже. Политик. Кто ему дал право быть политиком? Да Путин Владимир Владимирович. Вот такая политика истребления населения России. Никакой милиции, полиции, общественной безопасности быть не должно. Это тоже структуры, направленные непосредственно на подавление выступлений граждан, даже когда они действуют по закону. Ну, не по закону они там провели в каком-то месте митинг. Ну, возбуждайте дело административное. Что такие прям масштабные были, такие масштабные нарушения. Вот собрались люди, там 10 человек, и между собой что-то бурно обсудили на площади. Они кому-то помешали, они кого-то задели, кого-то оскорбили. Но все равно против них применяются вот те же полицейские, полицейские меры оккупационной власти. Полностью должна быть распущена эта структура.
Зато должна быть создана местная милиция, не полиция, а милиция, руководство которой назначается советом местных депутатов, которые избраны без всякой фальсификации, непосредственно гражданами, непосредственно ими. И никем, никакими партии там не должно быть, рядом не должно стоять. И никакого вмешательства чиновников, граждане сами проведут выборы без всяких чиновников. Ресурсы, да, они необходимы. Место для голосования, система подсчета, ну, и сами посчитают без всяких проблем, без всяких там электронных этих фальшивых, обманывающих нас устройств. Сами посчитают, сами сделают, потому что знают, что это же их жизнь. Сами за грудки будут держать каждого мента, который там что-то там будет не по их воле действовать. И все должны, нет, не в этой вертикали, как вот я прочел, вертикаль там, прокурорская вертикаль. Хорошо, вертикаль будет пусть прокурорская. А милиция должна быть только местная, состоящая из местных жителей, чтобы все знали, где живет, где дети учатся, где жена работает. Чтобы можно было подойти и высказать все, что ты думаешь об этом человеке. А все-таки люди, которые совершают преступления, они понимают, что они неправы. А кто не совершает, знают, что они правы. И всегда скажут тому, кто живет рядом, что ты, парень, ты переступил черту. Ты не только в следующий раз не будут подтверждены твои полномочия, потому что не нужны никакие профессиональные менты, знаете, которых растят с малолетства. Нужны просто граждане, которые исполняют на какое-то время, там, на 4 года или там, на 10 лет, исполняют должность там, типа шерифа, как вот мы видим в этой системе американской. Местная милиция, местная милиция. Местная милиция – это не профессиональные негодяи. А сейчас это профессиональное негодяйство на всех уровнях. Ну, я встречался и с теми, кто работает на местном уровне. Якобы на местном уровне он работает. Да не работает, он сидит, бумажки пишет. Я ему говорю, преступление совершается, да, вот надо проехать, посмотреть. Да не, ну что вы. Лучше, удобнее же сидеть в кресле и шлепать там безграмотными своими мозгами в компьютере какие-то вещи. Вот это Красногорский район, не работает ничего. Ни суд, ни прокуратура, ни полиция. И разгул для мошенников. Мошенником был Рассказов, руководитель района, много лет под уголовной статьей ходил за торговлю землей, которая ему не принадлежала, за... Взяток, я думаю, там было столько взято, что ну, хватит на несколько поколений вперед всей этой семейки. Поэтому реквизиция должна происходить не у самих преступников, а у всей семьи, которая пользовалась. Ну, естественно, надо доказать, кто пользовался, кто не пользовался. А вот кто пользовался, должен быть тоже лишен всего имущества. Оно вот так образовалось путем преступления. Но мы знаем, как организовать для людей, и я думаю, что... Вот подобную реформу, отменяющую прежнюю систему, поддержат народные лидеры. Если вы их поддержите, сегодня ты за русских, завтра русские за тебя. Вот принцип. Ты сначала за русских-то выступи, а потом уже ожидай, что русские будут за тебя. А если сидеть на попе или лежать на диване и говорить, что русский марш себя изжил, не произойдет ничего. Система как была, так и останется вот этой подлейшей системой. Подлейшим сочинением олигархии. А вы будете сидеть на диване. Или говорить, ну вот когда придет время стрелять, я тогда приду. Да никто вас не позовет, потому что вы ненадежный человек и никаким доверием вы не пользуетесь. Никто вас не позовет, если вы не пришли и не выразили свою волю к совместным действиям с русскими людьми. Поэтому призываю на русский марш, призываю к посильной поддержке народных лидеров, публикую здесь... Счет для поддержки русского марша, вот этот счет, на этот счет по карточке Сбербанка, Сергей Алексеевич, получатель, он отвечает за эти деньги, мы ему доверяем штаб, и на этот счет можно перечислять средства в поддержку шествия «Русский марш». Можете пометить там, написать «РМ» или «Русский марш» и отправить средства Сергею Алексеевичу вот на этот счет. Есть также счет, который собирает средства на проведение мероприятий народных лидеров. В общем-то, это почти одно и то же, но все-таки не одно и то же. Русский марш проводит Русский национальный фронт. Это четко национально-патриотическое движение, русское движение. Никаких там красных флагов Сталина, Ленина не должно быть, не говоря уже о либерастах, не говоря уже о путинцах или там американистах, проукраинцев и так далее. Не нужно этого. Только русские организации. Вот это шествие русское национальное. А народный лидер это несколько шире, потому что мы понимаем, что многие заблуждаются, многие находятся
под давлением пропаганды, которая с советских времен промывала мозги. Поэтому мы сотрудничаем, мы собираем русских лидеров не потому, что они там в какой-то партии состоят, а потому, что они профессионалы, они работали в этой области, они знают, что нужно делать в этой области. И мы не спрашиваем у них, у тебя как мандат какой партии. Нам интересны их профессиональные умения. И мы просим о поддержке, в том числе и русских националистов, просто русских людей, независимо от их взглядов, поддержки проекта «Народные лидеры». России русскую власть.